Дорогие наши поклонники, дорогие наши подписчики или просто зрители нашего YouTube-канала. Сегодня мы, к сожалению, хотим вам сообщить еще одну трагическую новость, которая пришла к нам буквально час назад. Один из российских сайтов еще утром рассказал об этом. Теперь мы рассказываем об этом вам. Все мы помним и любим российского актера Владимира Стеклова. На данный момент, если верить новостям, буквально несколько дней назад российские врачи обнаружили у Владимира Стеклова тяжелое заболевание. Мы попытались связаться с Владимиром Стекловым, но его мобильный телефон оказался отключенным. Друзья и знакомые пока не хотят ничего комментировать. Также нам стало известно, что через несколько дней Владимир Стеклов покинет территорию России, так как российские врачи рекомендовали ему пройти лечение за границей. Так как лечение от этой болезни на данный момент в России пока бесполезно. Друзья, мы следим за ходом событий. Как только нам станет возможно пообщаться с этим актером, мы сразу же об этом расскажем вам на нашем YouTube-канале. Поэтому подпишитесь на нас, жмите на колокольчик, чтобы завтра утром не пропустить свежий выпуск, который мы приготовили для вас. Давайте поддержим Владимира Стеклова, будем надеяться, что с ним все будет хорошо. До скорой встречи на нашем YouTube-канале, дорогие наши подписчики!